Вот уже четвертый раз Казанский федеральный университет становится организатором Всероссийской научной конференции с международным участием «Психология состояния человека. Актуальные теоретические и прикладные проблемы». Второй день мероприятия был полон секционных лекций. Именитые психологи со всей России заслушали доклады профессоров и докторов наук Казанского университета. Делились опытом и собственными исследованиями в изучаемой области, а также давали свою оценку докладам выступающих. Кроме того, в рамках конференции прошел симпозиум «Психические состояния, детерминирующие устойчивость личности в изменяющемся цифровом обществе». В ней приняли участие ученые из Психологического института Российской академии образования, кафедры психологии личности Санкт-Петербургского университета, Центра психологии цифрового общества Московского института психоанализа. Эта конференция посвящена психическим состояниям человека. Психические состояния – наша актуальная жизнь. Они могут быть положительные состояния, могут быть отрицательные состояния, могут состояния быть такие, которые тебе не нравятся, так сказать, и ты что-то пытаешься с этим сделать, с этими состояниями. То есть, короче говоря, посвящено содержанию состояний, структуры, функциям, как они влияют на наши когнитивные процессы, как они связаны со свойствами личности человека, как они определяют поведение и многое-многое другое. Помимо симпозиума, день был полон различных секций на самые разные темы в контексте самой конференции, раскрывающие особенность каждой составляющей психологии состояния человека. Так, в одной аудитории рассматривались общие проблемы теории и практики, рядом их особенности в профессиональной сфере, а напротив возрастные и педагогические аспекты психологических состояний. По словам профессора Института психологии и образования Казанского федерального университета Леонида Попова, пленарное заседание, которое состоялось 8 ноября, стало поводом для длительных размышлений и послужило хорошей площадкой для дискуссий по заданной теме. Второй день также помог профессорам и исследователям особых психологических феноменов узнать множество важных для себя аспектов работы. Вчера был очень продуктивный день пленарного заседания. Очень интересная была лекция представителя из Института психологии Академии наук России. И произошел очень интересный обмен мнениями уже в кулуарах этой конференции. Я думаю, что сегодня продолжится эта процедура интересных научных идей, поисков, проблем решения. Но все они посвящены одному очень важному направлению – состоянием человека, психическим состоянием человека, вот, которые очень долгие годы разрабатывают как научную концепцию Александр Октябринович Прохоров. Конференция «Психология. Состояние человека. Актуальные теоретические и прикладные проблемы» объединила практикующих психологов и теоретиков со всей России, чтобы обменяться опытом и расчистить тернистый путь к новым исследованиям и научным открытиям. Елизавета Газизянова, Иван Истомин, Универ Новости.